Всем здравия. Расскажу немного о новом, так сказать, корпусе, новой машинке. Корпус сделан из ABS пластика. Такой, это не Lexan. Стоит светоподготовка спереди, сзади. Ничего не открывается. Салончик копейный. Вот. Сзади светоподготовка. По колесной базе чуть-чуть вот сзади не попал. Чуть-чуть надо сместить ось чуть-чуть вперед. Тяги поменять. Все. Передние колеса вот все ровно. Это вот без всяких изменений, без всего, короче, я взял кузов. Ну, конечно, попилить там, подточить, подрезать пришлось. И поставил его вот на шасси MN86 от гелика, вот от этого. Модель прикольная. Мне очень понравилось, выглядит клево. Изначально была мысль о Defender 110, но что-то я так посмотрел, этих Defender'ов в интернете уже тьма тьмущая. И поэтому не очень была интересна модель. Хотелось что-то нового. Ну, сначала, конечно, я искал там, хотел купить, напечатать 110, не захотел я пилить, клеить, резать. На это куча времени уходит, а времени, как всегда, нету. И начал искать корпус. И вот нашел такой вот корпус на Алиэкспрессе за 1500 рублей, по 230 шасси. Супер. Поменяем амортизаторы, корпус чуть-чуть опустится, поменяем колеса другие, поставим. И вообще будет супер тачка. Вот. Доработаем там чуть-чуть салончик. Зеркала шли в комплекте. Мы изначально их потеряли, дочка их на полу потом нашла. Когда распечатывали, видно, потеряли. Ну вот такая модель. Модель клевая. Рекомендую, так сказать. Всем добра, всем здравия.